Молодой человек украл из продуктового магазина 2 банки кофе и 4 флакона шампуня. Общая сумма похищенного более 2500 рублей. Лицо установлено. Им является гражданин С, 98 года. Рождение ранее не судимый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 3500 рублей недосчитался мужчина после посещения бара. Там он пообщался со своим знакомым, а после встречи обнаружил пропажу денег. Он ему стал показывать паспорт, а в паспорте лежали денежные купюры, сложенные в обложке. Пока гражданин отвлекся, молодой человек вытащил денежные купюры из его паспорта. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был ранее судим. Еще один житель города пожаловался на молодых людей, которые употребляли спиртные напитки на улице под окнами его квартиры. Сотрудники полиции напоминают, что за распитие в общественных местах предусмотрено наказание в соответствии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.